парень с девушкой познакомился. Анекдот. Парень с девушкой познакомился. Ну и такой, что-то ее там водит по ресторанам, по тусовкам, короче. Все у него хорошо, там он ее почти уболтал. Пойдем домой, она такая говорит, знаешь, ну что, я не собираюсь сексом с тобой заниматься до свадьбы. Парень такой говорит, о, я тоже не хочу устраивать свадьбу ради секса. Баклажана. Спасибо, Слава, огромное. Вячеслав Мясников сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.